высшей лиги российского мини-футбола прошли матчи пятого тура в Западной конференции. Нижегородский «Норман» уступил дома со счетом 2-4 дебютанту дивизиона Ростову, для которого эта победа стала первой в новом для клуба турнире. При счете 2-1 игра могла качнуться в любую сторону и качнулась, к счастью, наконец-то в нашу сторону, поскольку все игры, которые мы играли до этого, были тоже равны, но где-то нам не везло, где-то мы сами виноваты, поэтому очень важная победа. Остальные результаты Запада на ваших экранах. Лидер конференции «Газпром Бурение» разгромил на родном паркете «Северную Двину» и одержал тем самым пятую победу в пяти матчах. В конференции «Восток» аналогичным результатом может похвастаться «Сибиряк», не знающий себе равных по итогам двух сверхнасыщенных туров.